Российская ассоциация аптечных сетей бьет тревогу. С 1 января 2014 года изо всех аптек страны могут исчезнуть шприцы, градусники, тонометры и еще около 40 тысяч других самых востребованных товаров. Это связано с инициативой правительства России перерегистрировать товарные группы изделия медицинского назначения, медицинская техника и медицинское оборудование в новую единую категорию «медицинские изделия». РААС просит срочно вмешаться в ситуацию Госдуму и правительства России и продлить перерегистрацию еще на 3 года. По словам директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, производители и поставщики не успеют перерегистрировать все товары к январю. Фармацевты утверждают, что товары категории изделия медицинского назначения, не прошедшие перерегистрацию, не только исчезнут из аптек, но и будут запрещены к продаже в других торговых точках, например, в супермаркетах. По данным РААС, в обращении сейчас находится 40 тысяч медицинских изделий, но за первое полугодие 2013 года в Росздравнадзор было подано всего лишь 240 заявлений на перерегистрацию. В Минздраве заявили, эта проблема им известна, и сейчас ведомство ищет пути ее решения.